Добро пожаловаться. Я хотела спросить, вы слышите меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос. Я хотела задать вам вот один вопрос. Здравствуйте. Я по такому поводу... Каждый понедельник. По сути вашего вопроса первое. Пожалуйста, да, ответьте на вопрос, почему такой закон принят? Это уже не соблюдение строительных норматив. В 10 утра. Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой. У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Мы коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Да, спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня будет, господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги просят. У меня к вам вопрос. А кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Добро пожаловаться». У нас на связи председатель правления товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. И также Эрвин Страупе, заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии. Доброе утро, господин Страупе. Доброе утро. Да, слышим. И Айвар Гонтарев, это бывший руководитель Ригас Наму Парвалдникс. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. У нас очень много осталось вопросов с прошлой передачи, и вот один вопрос, мне кажется, не потерявший актуальности, вопрос по уборке снега. Пишет нам слушатель так: наш дворник болен уже более 6 месяцев, и наши два участка, площадь территории 3000 квадратных метров, внутренние помещения 600 квадратных метров, на время его болезни до конца марта добавили в нагрузку к другому дворнику. Значит, вопрос следующий. Как оплачивается такая работа по закону? Это 100%, 50% символически? Как это принято в Ригас Наму Парвалдникс? И что можно ожидать от такой работы жителям? Ну и там параллельно спрашивается, что есть ли какая-то снегоуборочная техника Рижской думы, которая может в случае такой ситуации. Кто будет отвечать? Я могу ответить. По стандарту РМП в таких случаях доплачивается тому дворнику, который замещает, плюс к его территории всего лишь 10-30%. И, наверное, там один из вопросов был, что от этого ожидать. Ну, наверное, задавший вопрос слушатель таким образом, он высказывает недовольство. Наверняка он знает эти проценты, которые доплачиваются, что они никаким образом не, скажем так, не мотивируют того человека, который там работает, полноценно убирать, потому что доплата, она не сопоставима с том объемом работ, который до грузом идет. По отношению к каким-то большим вопросам, там прошлой неделе РНП уже выступило, что они сказали ну-ну-ну тому, кто... поставщик по уборке снега, по тракторной техникой, но это не меняет суть дела. Суть дела – это простая рабочая сила, то есть в этом случае это дворник, такая самая, наверное, чувствительная часть, потому что, чтобы дом все же качественно убирался, но каждому дому нужен прикрепленный быть дворник, который знает его, который там каждое утро аккуратно делает свою работу. Ну, потому как, скажем так, государство ведет себя и поднимает, в том числе с этого года, минимальные зарплаты и все налоги, которые связаны с теми работниками, на которых именно это действует. Да, это именно бьет вот по таким маленьким зарплатам. И фактически, делая какую-то доплату для этих людей, ну, невыгодно фактически, да, потому что если ему нужно доплатить с какой-то другого дома там 100 или сколько евро, там очень много уходит на зарплату, да, а тот дом, который платит эти деньги, он не может просто больше заплатить.
Из этого вот такая абсурдная ситуация получается. Да? Ну, что делать в таких случаях? Ну, наверное, нужно возвращаться к той идее, которую мы уже высказывали и не раз, о том, что все же дома стоят в каком-то ряду, один за другим, в целом квартале. Да. И если это было построено изначально уже в советское время как квартал, оно и должно обслуживаться и восстанавливаться как-то поквартально. Да? И с такой точки зрения вот эта уборка, и у нее есть смысл, если она была целостной и неразделенной, несмотря на то, наружное, я говорю про наружную уборку территории, несмотря на то, кто управляет домом, общество, частный дом, право ФРМП, кооператив, какая разница. Это один целый кооператив, у этой улицы внутренней есть начало, есть конец, да, ты там в такие вот погодные обстоятельства, как сейчас, вот там есть целесообразно, есть, раз уж тракторная техника пришла на этот квартал, она проезжает все это. И все, и потом это так же, как, например, мы платим налог на недвижимость, да, и как это финансируется, это уже второстепенный вопрос. Потому что вот мы про это говорим именно потому, что сейчас такие обстоятельства, которых дает ну, многократно большую нагрузку на дворников. Да. Я бы добавил, что Айвар абсолютно прав, и здесь надо рассматривать вопрос наружной уборки внутриквартальных территорий, как и вопросы сбора мусора, сортировки мусора, как единый комплекс вопросов для какого-то единого пространства. Это не может быть один дом. Что мы сейчас требуем? Мы сейчас требуем, чтобы у каждого дома стоял как минимум 4 контейнера мусорных. Один для бытовых отходов, один для пищевых отходов и 2 для сортированных. Ну, представьте себе, мы начинаем создавать внутри кварталов сплошную помойку. То же самое с уборкой улиц. Можно 100 раз надеяться, что дворники с лопатой такой снегопад впоследствии уничтожат, но этого не будет никогда. Нужна техника. А техника может быть только в том случае, если людям известны объемы. Никто сегодня... В чем проблема уборки территории? В том, что техника где-то есть, но у большинства строителей она сейчас заморожена на зиму. Не сезон, она удалена из города, она заморожена. Они не могут предвидеть. Если бы за ними были закреплены владельцами техники определенные территории, они бы по-другому сгруппировались. Начался большой снегопад, масса техники могла бы выйти на улицу. А этого не происходит. Это все отсутствие организующей роли со стороны наших властей самоуправления. Плюс еще к этому сейчас уничтожат исполнительные директрицы. Вообще будет тишина. 67-212-93-9, 67-213-93-9, телефоны прямого эфира, дозванивайтесь, задавайте вопросы, высказывайте мнение, в общем, активнее участвуйте в нашей программе, добро пожаловаться, и пока вот вы собираетесь мыслями и берете в руки телефоны, мы продолжим отвечать на вот эти... А, есть у нас звонок, здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, вот существуют ли сейчас вот такие контейнеры, которые закрываются, ну, как бы на ключ? Потому что эти, то, что вот сейчас, как вот возле здесь наших домов, которые стоят возле там, ну, как, ну, улицы там рядом, из города приезжают целыми, как бы, черные мешки по 4, по 5 очков, загружают наши контейнеры, и мы должны за это платить. А другие вообще по крышке туда. Вот существуют ли такие, которые, может быть, вы бы поставили здесь ближе к своему дому, ну, и закрыть, чтобы тоже не бросали там, и никто там не ковырялся в них. И стоит ли это дороже, скажем, по сравнению с обыкновенными контейнерами? Спасибо. Спасибо. Заказ контейнера с замком – это платная услуга, но вы видели тот запирающий механизм, который предлагается. Это 2 тоненькие алюминиевые планочки, между ними замочек, который открывается, ну, я не знаю, чем он закрывается, открывается он всем подряд. Так что это на сегодняшний день такого, как вы бы хотели, чтобы это было надежно, ваша вещь. Вряд ли. Скорее всего, этот контейнер нужно поместить в какую-то капсулу из забора, я не знаю, из чего. Но, в принципе, ваш вопрос поднят, он справедлив. Ведь на самом деле, сколько бы мы ни создавали преград по пути к контейнеру, но все равно люди будут бросать мусор туда, где им удобно, а не туда, где
они платят деньги. Зачастую это делается не по злобе, просто неудобно. Поэтому надо продумывать, наверное, какие-то другие способы сбора мусора. Еще один звонок, сразу примем. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вы знаете, культура населения должна быть. У нас в Юрмале стоят эти вот будочки такие решетчатые с замками на кодовых... Кодом можно открыть, как в подъезде. Но народ приезжает, кто-то со стороны, мусор кидает около этих будочек и все. То есть тут именно надо воспитывать сначала население. Спасибо. Спасибо. Но действительно, вот вопрос довольно, ну вот, хотя озвучена проблема, но вот как из нее выбираться, непонятно, потому что, да, бросают все мусор, где им удобнее, а в результате платят за это те, у кого больше мусора. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да, пожалуйста. Здравствуйте. У меня такая проблема. Значит, вот... В свое время премьер-министр Гонбанис, когда повышались цены на тепло, сказал, утепляйтесь как хотите. И разрешил устно, конечно, никакого закона не было принято. И люди застекляли лоджии, балконы. Вот сейчас Рижская дума начинает гонение на эту тему. Я узнавал, как застеклить лоджию. Мне сказали, фирма, да, пожалуйста, мы сделаем. Но проект делаете вы, и вы отвечаете за него. Проекты около 1000 евро. Не слишком жирно будет, допустим, 100 квартир по 1000 евро в нашем доме сделать. Второй вопрос, значит, можно, я знаю, узнавал собрание, вот, но собрать и решить проект на весь дом. Но одним людям надо, другим не надо, никто это не делает. А нельзя ли вот господину Стакису за наши налоги сделать типовые проекты? Вот я в 602 серии, литовский проект, чтобы каждый мог войти в интернет и бесплатно сделать себе лоджию. Хватит издеваться над народом. Спасибо. Спасибо. Ну, я попробую ответить. Старая, как не знаю что, но такие типовые решения и Рига спился от Бунек, в свое время делал в целых кварталах и так далее. Это ничего нового, но, к сожалению, на данном этапе то, что позволено, то позволено. Никто не может просто зайти в интернет, что-то скачать и подать такие бумаги. К сожалению, это невозможно. Проект, конечно, лучше всего согласовывать на весь дом, потому что эти правила есть такие, как они есть. Они причем не изменились. Они такие стояли и 20 лет назад. Такие же правила были. В эти инвентаризационные дела вставлялась такая большая красная печать «Неликумига буны циба». Но просто был многолетний мораторий, когда Бувалда этим не занималась. Теперь Бувалда занимается вот такого рода вещами. Кого-то гоняет, кого-то будут проверять. Вот 119-ю, еще там некоторые серии, которые уже в публичном пространстве озвучено было, что будем приходить, будем проверять. Ну, пусть приходят. Я хочу видеть, как 180 как минимум тысяч квартир, которые являются под управлением РНП, будут проверять, сколько там нужно будет людей. Я бы добавил здесь немножко еще одну вещь. В свое время эта компания где-то в 2000-е была первый раз поднята, вопрос о лоджиях. Наш кооператив «Зал», у нас, поскольку в обслуживании дома 3 серий, мы заказали на все дома проекты остекления. Утвердили их в Бувалде, и люди могли приходить, кто хочет остеклять лоджии, брал проект остекления лоджии и делал это было в соответствии с проектом. Что сделала Бувалда? Сначала она сказала, что ничего с ними согласовывать не надо. Потом она потребовала для каждого, кто стеклит, приносить им выкопировку из проекта. И третий шаг, который они сделали, они аннулировали проект через 4 года, потому что его нужно возобновлять каждые 5 лет. Понимаете, то есть это, в этом вопросе сначала властям нужно разобраться с этим бардаком. Но если мы в 2000 году сделали единый проект остекления дома, и 40% собственников по этому проекту остеклили свои квартиры, то теперь что? По новой разрабатывать проект, а чем он будет отличаться? Потому что в этом проекте внутри одно только сколько делений должно быть на остекление лоджии, сколько там должно быть имитации оконных проемов. Поэтому властям надо разобраться. Во-вторых, ну, сложно ответить на ваш вопрос, но без общего проекта, наверное, не получится, и делать Ригу повсюду одинаковой, наверное, тоже не получится.
Здесь, скорее всего, нужно обращаться все-таки к своему домоуправлению, чтобы внутри домоуправления разработать единый проект, возможно, и утвердить его. Я, в свою очередь, еще года, наверное, 3 обратно, это была встреча в Бувалде именно насчет этого вопроса. Мы договорились таким образом, чтобы не мучить жителей, что если, так как есть такая нужда, все же это привести в порядок, тогда РНП может заказывать без голосования, в принципе. Для снятия денег нужно будет голосование. Но РНП вправе, как дом прав, заказать то есть типическое решение, то, о чем говорил слушатель. И тогда уже каждая квартира, когда она хочет, она просто указывает, дает такой информации в Бувалде просто через Паскаль Ремракс о том, что вот она будет реализовать застекление лоджии по этому типическому решению. Да, но опять же так и здесь как-то какой-то признак полицейского подхода, да, полицейского государства, где сначала наказываем, сейчас пойдет Бувалда и будет наказывать всех жильцов, которые что-то сделали не по проекту. А не методично, слушатель говорил, давайте методично подойдем. Вот типовые решения всех серий. Они встают в силу. Все, пожалуйста, делайте. Типичное решение, да? И, может быть, дать какой-то переходный период для тех, которые нетипичные, там, с деревом сделаны, абы как, да, которые что-то портят, ну, реально, в этом виду дома, и нет энергоэффективности тоже с них. Потом, а если кто-то хочет индивидуальное, пожалуйста, в любое время, да, там, через какой-то упрощенный порядок, чтобы это привести в порядок, но не с другого конца, не из штрафа, так же, как мусоропроводы. Штрафы давайте заварим, давайте выгоним все мусорники сейчас на улицу, а потом будем думать, может, удастся какую-то общую площадку создать или нет. Опять, то есть с другого конца, с конца штрафа начинается, а не с конца методологии и мотивации. Да? Но здесь слушатель прав, сколько серий у нас? То есть 5-6 серий, для них делать типовое решение, что... Бувалда вместе с департаментом развития или с архитектором города утверждают. Вот типовые решения. Пожалуйста, делайте. Тогда кто такой хочет поступить по букве закона, спокойно могла бы создать Майо Кювидус департамент или Майо Кювидус комитет сначала. На это придумать бы деньги из бюджета, сделать типовые, но это все решимо, если есть такое желание. Желания такого нету. И вопрос большой в другом. Ты говоришь о том, что дальше, если вот целый дом нужно застеклить, как это сделать просто? Что делать тем, которые это уже сделали? Переходный период. Он уже 20 лет длится. У нас еще один звонок. 67212-93-9. Да, пожалуйста. Добрый день. Добрый. Произошли большие изменения в Рижской думе. И такие же сейчас изменения происходят в Ригастама Парвалтекс. Ну, в открытой доступной прессе я ничего не нашел. Кто и каким образом назначается исполнитель-директор? По каким качествам? И происходит ли это на конкурсной основе? И кто сейчас является исполнителем-директором Ригастама Парвалтекс? Спасибо. Спасибо. Ну, есть информация, если вы зайдете в домашнюю страничку Ригастама Парвалтекс, rnparvalteks.lv, вы всю информацию найдете. А если кто-то что-то думает, что что-то поменялось, да ничего не поменялось. Я всех конкурсах могу признаться, в своей квалификации участвую, я вижу, как это происходит. Да. Кого хотят, того назначают для вида, делают конкурс. Ну, все же просто. Мы же понимаем все это. То есть людей ставят в управление вообще без опыта в управлении жилыми домами, вообще, которые даже отдаленно там не были. К ассоциации, Эрвин, к ассоциации кто-то обращался при выборе, например, в Ригастама Парвалтекс, да? Давайте поставим эксперта, который будет наблюдать за всем процессом. Иначе, когда искали, вот в последний раз еще был исполнительным директором города Риги господин Радзевич, который с января месяца прошлого года перенял управление всеми предприятиями в городе, которые являются собственностью самоуправления. В тот момент, когда был этот конкурс на выбор правления, он приглашал председателя нашей ассоциации в эту комиссию. Но потом господина Радзевича как-то договорились и уволили.
И после этого нашего представителя из нашей ассоциации больше уже не приглашали. Хорошо, все это лирика. Давайте посмотрим, кого выбрали и кто выбирал. Был ли в этих комиссиях кто-то из нашей отрасли? Никто. Нет, потом кого не поставили? Было. Кого поставили на, с опытом в нашей отрасли? Никого. Да что, что хорошего они сделали до сих пор? Кроме так называемой Рагана Медвибес, да, ничто. Вот и все, вот и результат. И ничего мы не можем ожидать по ситуации, ничего другого, как только ухудшение, к сожалению, по отношению к клиенту. Потому что они не думают про клиента. Они делают свои какие-то политические перетрубации, но не про клиента. Про клиента здесь вообще никто не думает. К сожалению. Вот пришла нам фотография, которую сделали на остановке улицы Бикернеку, остановка детской больницы Гайлизерс, засыпано просто все снегом, ну и вот спрашивают, ну я, нет вопроса, но я просто понимаю, что, ну не мой вопрос, что, кто виноват и что делать, кто отвечает за это безобразие, почему не убран снег? Город. Если мы уже об этом говорили, по-моему, в прошлой или позапрошлой передаче, что то, что относится к остановкам общественного транспорта, это департамент, Southeast Department, это его территория, это не территория ни РНП, ни частного обслуживающей компании, это территория все-таки, за нее отвечает департамент сообщения. Угу. Сразу вопрос из эфира. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Я так понимаю, что это с Рижской думы, да? Нет, это не совсем с Рижской думы. У нас в студии председатель правления товарищества Центр консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко. У нас заместитель председателя ассоциации управляющих Латвии Эрвин Страупе, ну и уже бывший руководитель РНП Айвар Гонтарев. Ой, извините, тогда я, наверное, не по теме. Озвучите свой вопрос. Да, с Рижской думой у нас ведется долгое время переписка относительно того, что происходит эрозия берегов Даугавы на улице Даугавмалас. И вот вроде бы как принято уже решение о финансировании проекта. И вот я смотрю на сайте, нигде нет никаких больше данных. Вот сейчас опять начнется весна, много снега, и вот фактически берег полностью обвалится. Это проблема не только то, что мы потеряем свою собственность, например, да, а то, что эта грязная вода будет попадать в реку и дальше в Балтийское море. Это, в общем-то, проблема экологического характера. Поэтому хотелось бы как-то узнать, есть какие-то движения или нет. С 98 года ведем переписку и просим укрепить берег или что-то сделать. Спасибо. Может, я бы посоветовал, поскольку настолько много изменилась ситуация в Рижской думе и персонал, скажем так, и депутатский, и в департаменте, я бы посоветовал записаться вам на прием к председателю комитета Майо Клинвидес Комитея господину Цапурицей, потому что он как раз представляет очень много насчет охраны окружающей среды. Вы запишитесь, они все время, когда выходили на выборы, они очень серьезно говорили на эти темы. Вот идите туда и запишитесь на прием и поговорите насчет его видения на ближайшие 5 лет, поскольку ну, такая ситуация и такая компания, которая туда сейчас выбрана, она будет, вероятнее всего, ближайшие 5 лет. Так что приходите, боритесь за свою проблему. Еще сразу звонок. 67212-93-9, пожалуйста. Доброе утро. А вот такой вопрос. У нас относительно новый дом, и внутри дома, как бы на нашей территории, такой под тугой заезд для мусорных машин. И вот эти мусорные машины, это КЛМР, да, фирма, постоянно вот эти, которые боковые бордюры, они как бы кладут на бок, да? То есть, и получается эстетически очень некрасиво. Вот по этому вопросу, как вообще можно вот и кому претензию предъявить? Спасибо большое. Спасибо.
Сложно сказать, но фиксируйте, пытайтесь предъявить претензию к Клинэр. Здесь вопрос такой, что вообще эти тяжеловесные машины, которые вот пытаются прорваться сквозь все к мусорникам, это, конечно, большая проблема, потому что, как правило, они не вписываются в те траектории, которые им сейчас современными дорожными строителями предлагаются. И это происходит очень часто. Еще проблемы возникают, не знаю, в вашем случае, да или нет, но припаркованными машинами им просто не прорваться, а доехать они должны. Скорее всего, один путь – это предъявлять претензии, а второй путь – это переместить мусорную площадку. Второе, по-моему, гораздо легче, нежели все остальное. Сергей, хочу напомнить, наверное, историю там 4 лет обратно, когда специально будущий глава РНП вызвал пожарников на эксперимент, где мы в двух кварталах, это было в Имонте и в Пурцемсе, в том числе в территории, в квартале, где расположен кооператив Сергея, проехались просто пожарной машиной, и чтобы понять, что происходит на природе. Если, например, где-то, не дай бог, пожар, как по внутренне-квартальным этим дорогам могут проехать пожарные машины. Там полное несоответствие. Но там, где вот не должны стоять машины, они стоят, и даже с Латвией с Валсцели согласованный знак и так далее. То есть мы о чем сейчас говорим? О том, что инфраструктура, она устарела с тех времен, когда она строилась в советское время. Это тоже такой простой политический вопрос, решение которого может город решить, признать, что все эти дороги асфальтированные, и тротуары, и все остальное – это в красных линиях, это принадлежит городу, так как город в свое время это строил. И значит, и перепроектировать, и переделать их может город. Город может уже по современным нормам. Сделать по современным нормам уже все подъездные дороги, все развороты, повороты, там углы и так далее. Да, чтобы и жители спокойно могли поставить свои машины, и также вот весь транспорт, который обслуживающий, или мусоровывозчики, да, или же пожарные машины скорой, у них было бы как проехать и где встать для выполнения своих функций. Это тоже город одним политическим решением может решить. Есть еще такой вопрос, казалось бы, достаточно такой простой, но для слушателя сложный. По закону, в какой форме можно обращаться к домоуправу? Имеется в виду не там по фамилии там, или господин домоуправ, а имеется в виду, я отправляю ему имейлы, но он мне не отвечает. Что делать? Вот как организуется все-таки связь, вот каким образом можно зафиксировать, что человек отправил, но не получил ответа, и куда жаловаться на отсутствие ответа? Я бы сказал так. Первое, что делаете, если вы обращаетесь в домоуправу, вы должны обратиться письменно. Письменно это значит, если вам, вас игнорируют, это либо заказное письмо, либо письмо, врученное с курьером или вами лично, секретарю под роспись, либо третий вариант, сейчас очень удобный, используя надежную электронную подпись. Когда вы подписываете письмо надежной электронной подписи, то организация, принявшая это письмо, обязана вам ответить по закону и подтвердить получение такого письма. То есть это считается входящей официальной корреспонденцией, и в этом случае они должны официально ответить. Это первое. Второе. Не забывайте в своем заявлении написать, что вы просите ответ письменно. У нас такая бюрократическая заковыка, что если вы пишете письмо и просите разъяснить вам ситуацию, и не написали, что ответ прошу дать письменно, и желательно указать, на какой адрес, и либо электронные почты, либо почтовые, то вам могут потом сказать, а мы вам устно разъяснили. Вы же не запросили письменного ответа. Поэтому эти два варианта я бы мог посоветовать. Может быть, коллеги подскажут что-то более надежное. Что еще можно предложить? Да, просто здесь характер вопроса, да, если простой вопрос, тогда, конечно, там пытаемся его устно решить, да, но если какой-то сложный вопрос, который за собой влечет какого-то рода юридические последствия, конечно, так как Сергей сказал, в наше время можно использовать электронный адрес, в том числе подписанный своей электронной росписью, чтобы просто быстрее все это продвигалось. Смотря какой вопрос. Потому что, как юристы говорят, первое заявление – это всегда
будет пришиваться к делу, если она когда-то будет рассмотрена в суде, да, из-за этого, ну, смотря какой вопрос вы готовитесь решить, исходя из этого, выбираем образ, каким образом коммуницировать. Вот вопрос, который тоже пришел и очень волнует людей. Что будет, если мы не закроем мусоропровод до конца июля 2021 года? Площадки у нас нет. Никто не дает информацию, где она будет. Штраф. Штраф, но кто, на кого? Это, скорее всего, штраф пойдет на управляющего, а управляющий может попытаться регрессом выставить... уже эти затраты на дом. Если на доме прошло голосование не закрывать мусоропровод и контейнер не стоит в мусороприемном помещении, то тогда никому ничего не будет, потому что последнее разъяснение Рижской думы: либо закрывается мусоропровод, и вы можете держать контейнер для бытовых отходов в помещении, предназначенном для приема мусора, либо вы не закрываете мусоропровод, но в этом случае вы не можете пользоваться помещением для приема мусора, чтобы туда поступал мусор. Вот и все. Два варианта. Скорее всего, могу сказать, что начнется проверка Рижской думы не с домов РНП, начнется с частных и других домоуправлений, и там будут судить по всей строгости закона. РНП же как сейчас сидят... Как обычно бывает, у меня сейчас наглядный пример. Вызвали жильцы в момент ледяного дождя, жильцы вызвали полицию самоуправления о том, что у меня не посыпает дворник. Дворник стоит, сыпет, полиция составляет в этот момент акт. Рядом дом РНП, где ничего вообще не делается, и все хорошо, у меня административный процесс. О так том, слушай, что дворник Сергей... сыпет, а ледяной дождь покрывает это ледяной коркой. Я же сам, вот когда ледяной дождь тоже шел, я проходил как раз по Старой Риге, мы гуляли, и проходил мимо Валснегостом и Ипошем. Я так понял, что там вообще пройти невозможно было. Я просто шел лучше по дороге, как, ну, вот двухликое отношение, да. Они сами себя не будут наказывать, они будут наказывать частных. Ну, я добавлю, особенно по ледяному дождю, 4 часа тогда в Риге, 21 часа, вообще было непонятно, что делать. Соль не действовала, песок тут же заливался льдом. Потому что ледяной дождь по определению. Капля попала, образовался лед. Но актов, наверное, было составлено много. Интересно, сколько на РНП, где вообще дорожки до сих пор не чищены. А акт – это только первая стадия. Потом какое решение было принято? То есть предупредить или наказать? И сколько с этих наказующих, скажем так, актов, ну, насколько это было на частных и насколько на РНП? Вот это интересно было посмотреть. Но результаты вот этих штрафов, то есть в чем смысл? Дворники стали работать лучше или это просто вот показывают свое место? Видите, есть в принципе, я ничего не имею против штрафов, потому что на самом деле есть обязательное правило Рижской думы, где расписано, где и как можно содержать, нужно содержать придомовые территории. Тротуары по этим правилам к 8 часам утра должны быть очищены до асфальта, до покрытия. Это цитата из этих правил. Теперь пройдемся по городу Риге и скажите мне, пожалуйста, сколько сегодня тротуаров очищены до асфальта. Дальше, если вы используете реагенты, то должно быть посыпано реагентом, и через час эта каша должна быть убрана. Где это делается? Мы ходим и месим по всему городу эту вот реагентную кашу, портя свою обувь, портя свои ноги и так далее. Там очень много чего есть. И если бы полиция относилась одинаково и... ответственно ко всем вопросам, то тогда, наверное, в городе был бы порядок. А так сейчас действия какие? Идут, в принципе, по выбору. Приезжают, кого-то штрафуют, кого-то не штрафуют, ну и что от этой работы? Зайдите просто в любой парк Риги. Где-то есть до асфальта? Нету. То есть сам город не выполняет свои же условия. Полиция задействована сейчас тем, чтобы разгонять семейств, которые гуляют из-за ковида, да, там вот более 2 метров, 2 пары. Все, ребята, разойдитесь. Но на это все заточено. А почему? Потому что их заставляет это делать правительство. К сожалению. Ну и дальше, вот я сошлюсь на тот же ледяной дождь, но в городе оранжевое предупреждение.
в городе оранжевое предупреждение. Ясно, что погодные условия ни в какую не позволяют вообще что-либо сделать. Это стихия. Нет, составляется акт. Причем полиция, дождь настолько сильный был, что полицейские из машины не вышли. Они через окошко сфоткали и уехали. Ну да, а почему действительно в таком случае, ведь если продолжается этот ледяной дождь, ну, дворник, или, например, продолжается сильный снегопад, ну, хорошо, расчистил дворник, но тут же это все начинает засыпать снова. То есть есть ли какие-то послабления? Нету. По правилам, если идет снегопад, если идет непрерывный снегопад, то уборка должна осуществляться непрерывно. И весьма трудно доказать, потому что то, что я называю свой случай, у меня дворник находился с песком на одном конце участка, видел полицейскую машину, а полиция подъехала с другой стороны и сфотографировала другой конец участка.